Ульяновская область стала первым регионом, где уже третий год ведется подготовка специалистов в рамках образовательной программы в сфере ЖКХ «Регион-студент-вуз». Ее разработчиками являются правительство Ульяновской области и Ульяновский государственный технический университет. Обучение ведется за счет средств областного бюджета. В торжественной церемонии вручения дипломов первым магистрам по профилю управления и эксплуатации систем жилищно-коммунального хозяйства принял участие губернатор Сергей Морозов. От имени органов региональной власти, от лица, несомненно, всех жителей Ульяновской области, я хочу вас всех искренне поздравить с первым историческим выпуском студентов технического университета по направлению жилищно-коммунальное хозяйство. Нет этих сомнений. Мы сейчас еще раз прямо по окончании этой торжественной встречи с Александром Петровичем и с коллегами из правительства поговорим, что следом за вами пойдет следующий курс. Из рук главы региона дипломы магистров получили 8 человек. Среди них есть те, кто давно работает в этой сфере. Коммуналки не должно быть случайно таких. Коммуналка не прощает ошибок. Поэтому здесь все решения должны быть настолько взвешенные и четкие. И не на завтрашний день, а на многие годы вперед. Поэтому сегодня правильно говорят уже все, и мы это делаем. Профессионализм, в том числе и в кадрах, это залог успеха, это гарантия того, что мы делаем все правильно. И самое главное, движемся вперед. Призы вручили и победителям всероссийского конкурса «Супердома управ», организованного Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ. Но работу я не одна, у меня совет дома очень хороший. Поэтому один в поле не воин. Но когда совет дома работает, это большой плюс. Поэтому мы очень дружные, мы все делаем для дома. От Ульяновской области в финал конкурса вышли три победителя. Совет многоквартирного дома номер 6 по улице Пожарского, город Ульяновск, ТСЖ «Звезда» и УК «ЦЭД». Победители получили диплом, знак «Супердомоуправ» и серебряный значок «Знак качества ЖКХ». Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».